Меня зовут Александр Вошкин. Я читаю стихотворение Юрия Соловьева «Ветераны Великой Отечественной войны». Как мало их осталось на земле, не ходят ноги и тревожат раны, и снова курят, чтобы в страшном сне вновь не стреляли в них на поле брани. Мне хочется их каждого обнять, теплом душевным с ними поделиться, была бы сила, чтобы время вспять, но я не Бог, война им снова снится. Пусть внукам не достанется война, и грязь ее потомков не коснется. Пусть курит бывший родный старшина и слушает, как правнучек смеется.